Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати після новорічних свят. Вітаю всіх з Новим роком, з прийдешнім Різдвом, щоб всі мрії збувалися і ми завжди вірили у дива. Сьогодні в нашій студії Смикина Микола Миколаївич, головний спеціаліст відділу молоді та інтернатних закладів управління по роботі з молоддю Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Доброго дня вас. Добрий день. Зі святами. Спасибо. Отже, Микола Миколаївич, як пройшли свята не особисто, а з боку вашого управління? Що це було в цьому році особливого? Ну, з боку управління пройшли праздники достатньо ефективно. Хочеться відмітити. Почему? Потому что долго мы готовились к этим всем мероприятиям, подошли в основе своей с большой мерой ответственности. Вот. И не только мы, в принципе, очень неплохо подготовились и наши все районы, и города в области. Поэтому те задачи, которые мы ставили перед собой и ставили перед всей областью, они в целом были выполнены. Наши мероприятия, как я уже говорил в предыдущих передачах, начались 19 декабря с празднования Дня Святого Николая и закончились губернаторскими елками 28 декабря. То есть это тот именно цикл мероприятий, которые мы проводили в Украинском театре, в областном дворце культуры для детей, которым необходима особая социальная помощь и поддержка. Это речь идет как раз о непосредственно о детях, которые приезжали к нам из всех районов области, из отдаленных сел, то есть те детки, которые именно для которых мы все это дело и организовывали. А яким чином організовувалось? Дітей привозили в обласний центр чи на місцях також відбувалося? Естественно, всему этому для того, чтобы все это дело правильно организовать, было выдано распоряжение губернатора о комплексе мероприятий к празднованию Дня Святого Николая и новогодних праздников, где было все четко и ясно указано, последовательно, понятно, что кто чем должен заниматься и что должен делать для достижения вот конечных целей. Поэтому наряду с тем, что детей был организован подвоз детей в область для участия именно в областных мероприятиях. Наряду с этим, естественно, во всех городах и районах области проводились праздники, посвященные Дню Святого Николая, рождественским праздникам, новогодним, то есть это всевозможные гуляния, фестивали, вертепы. Ну, так далі, то есть весь комплекс. Всевозможные, це які, да, якщо есть, детальніше? Якщо говорити детально, то есть ми націлювали районы, наша была задача как можно больше сделать охват деток для того, чтобы они почувствовали праздник, то есть подарить им такое семейное тепло, семейный уют, то есть это все вот новогодние утренники, новогодние хороводы, новогодние песенные фестивали, то есть вот в таком формате. Поэтому я считаю, что нам это удалось. Почему? Потому что в целом, если посмотреть на те отчеты, которые пришли, которые мы свели, то есть в целом порядка 40 тысяч детей по всей области побывала на этих мероприятиях. Мы смогли нашими усилиями привлечь с городов и районов 6 тысяч детей. Ну, взагалі-то папери – це дуже добре, але звісно, що всі ці свята, вони робляться не задля паперів і якоїсь там, якихось цифр, які пропишуться у ваших підрахунках. А от особисто, коли ви були присутні на цих заходах, які ваші враження? Які враження дітей? Адже для більшості, не для більшості, а для деяких дітей, а особливо для прискіпливих дорослих, які скажуть, ну, подумаєш, там привезли дитину на ялинку, там дитина постояла біля ялинки, подивилася на Діда Мороза і все. Ну, ви знаєте, ніколи такого ще не було. Чому? Тому що, во-первых, хочеться відмітити дуже грамотну і відповідальну підготовку к этим мероприятиям, именно вот тех же театров, областного дворца культуры. То есть это каждый год новая программа, очень интересные, веселые концертные мероприятия для деток. Поэтому
Я не помню такого, чтобы кто-то или из старшего поколения, или из деток сказал, что ему не понравилось. Почему? Потому что все это дело очень тщательно продумывается, очень тщательно анализируется для того, чтобы сделать действительно интересную программу, чтобы ребенку было весело, тепло и уютно. Естественно, после просмотра концертной программы или сказки, там ребенок получал сладкий подарок. Это был, скажем так, отдельный сюрприз для ребенка. То есть, и когда он уже получал этот подарок, было немножко непонятно, чему он больше был рад. Потому что он попал на елку и посмотрел сказку, либо же вот этому рад был сладкому подарку. Поэтому в целом отзывы были очень позитивные. То есть, ну, как бы, это, в принципе, это то, для чого ми все це діло создавали і работали. А взагалі от подарунки звідки брали? Це виділені кошти? Естественно, кожен год по нашій програмі виділяється определенна сума средств именно для проведення вот этого комплекса мероприятий. Почему? Потому что это и аренда помещений, это и сказки, это и опять же закупка подарков. То есть под это все выделяются деньги с областного бюджета для того, чтобы каждый год мы могли все больше и больше деток привлекать на эти мероприятия. Ну, новорічні свята минули, почалася буденність, і зважаючи на роботу, особливості роботи вашого управління, скажіть, будь ласка, отже, які плани на найближчий час, які, можливо, заходи заплановані, адже молодь ще продовжує святкувати, так? І є у лютому свята, є у березні свята, і взагалі, можливо, щось цікаве в цьому році заплановано, щоб, ну, мало б озвучитися, що буде. Ну, ви знаєте, да, большие, очень большие планы. Почему? Потому что задача номер один сьогодні у нас на ближайшей сессии областного совета принять новую программу «Молодежь Николаевщины». Действие старой программы было продлено на год, на этот, но наряду с этой программой в любом случае мы в первом квартале вынесем новую программу. Тобто в 2016 році ще діє стара программа, да, але вже обговорюється, да, і приймається нова. Уже проект готов, да, то есть на ближайшей сессии будет вынесено на рассмотрение депутатами, будет, я думаю, принято. Вот, в любом случае, почему? Потому что много, во-первых, у нас уже есть общая государственная концепция развития молодежной политики в целом в Украине. Именно основные пункты этой концепции были взяты за основу новой программы. То есть очень много аспектов, связанных с патриотическим воспитанием молодежи. То есть очень-очень много. То есть воспитание патриотизма, моральных ценностей, то есть любви к своему государству. То есть очень много пунктов, направленных в опять же, на то, чтобы молодежь не забывала, что спорт – это жизнь. То есть спортивные, очень-очень много моментов, связанных с развитием именно вот спортивных достижений. То есть это и работа с детскими и молодежными общественными организациями. То есть это и работа, связанная с поиском и помощью талантливой и одаренной молодежи. То есть это и, опять же, конкурсы проектов программ молодежных и общественных громадских организаций. Это, опять же, гранты президента, это премии Кабмина. То есть это вот весь такой большой-большой комплекс мероприятий. То есть это все, что формирует в целом как бы развитие и развитие молодежной, как бы, и не то, что развитие, а реализацию, да, молодежной вот политики в регионе. А взагалі, от коли ви складали цю програму, або коли складалася ця програма, ви якось вели співпрацю з молодіжним рухом, якимось, чи з молоддю, яка буде, для якої безпосередньо це робиться? Неоднократно задавався цей вопрос, естественно. Естественно, говорили, предлагали, пожалуйста, ваше предложение. В любом виде. Наша задача уже посмотреть, что из этого получится, то есть как бы сделать гранку и, ну, скажем так, уже непосредственно вводить программу. Опять же, все сводится к тому, что в любом случае нужно действовать в рамках тех действующих нормативных актов, которые у нас сегодня существуют в Украине, опять же, в рамках концепции и в рамках тех приоритетов, которые выстроены.
Почему? Потому что действительно идеи иногда очень такие вот глобальные, да, скажем так, и очень интересные. Но для того, чтобы достичь этой цели и полностью воплотить эту идею, иногда ее приходится разбивать на некоторые этапы. Да? То есть мы не можем просто взять и сделать вот сразу. Потому что из опыта прошлых лет мы знаем, что ничего не получится. То есть да, можно сделать, ага, здесь мы можем разбить, здесь мы можем поделить на какие-то этапы, здесь сделать еще что-то. Здесь просто нужно что-то убрать или что-то добавить, и в итоге мы достигаем конечной цели. То есть вот как бы на всем этом строилась эта программа. Естественно, без финансирования, конечно же, отчасти очень тяжело. А взагалі вона по концепції, вона якось відрізняється від тих, що діяла в минулі роки? Чи є якісь кардинальні зміни? По концепции она отличается. Почему? Потому что в любом случае программа, которая свое действие закончила, она была принята 5 лет назад. Тогда все было по-другому. Сегодняшняя ситуация, которую мы наблюдаем на стране, она диктует немножко уже другие условия. Да, как бы. То есть поэтому я говорю, что особое внимание уделяется вопросам национального патриотизма, национального самосознания молодежи. Вот, то есть, чтобы в любом случае, как бы, скажем тогда, наша такая вот основа общества, молодежь, они понимали, что они делают, для чего они делают, в какой стране они живут и что нужно сделать, чтобы страна, в которой они живут, с каждым днем развивалась. Наскільки сьогодні готова фінансуватися ця програма? Адже, ну, ви сказали про те, що фінансування все залежить від цього. Да, в принципі, скажімо так, ту суму средств, которая планируется, она, я думаю, что она будет выделена, это порядка 1 миллиона гривен вот, на этот год. То есть мы надеемся, что когда программа будет принята, все-таки это финансирование будет утверждено. Почему? Потому что, по сути, опять же, очень интересные моменты и очень интересные мероприятия, которые подаются на рассмотрение общественными организациями, они все подаются через конкурс проектов программ. Uh-huh. Почему? Потому что есть, опять же, есть нормативные документы, есть приказы Минмолодьспорта, есть порядок проведения этого конкурса, есть критерии отбора. То есть, и опять же, то, что я говорил, нельзя прийти и сказать, я хочу вот так. Нет. То есть, да, пожалуйста, если вы хотите что-то реализовать, нужно подать необходимый пакет документов, раскрыть суть темы, которая подается, и уже дальше как бы выносить на рассмотрение комиссии. Ну, от, наприклад, я член комісії, так, який розглядає виділення фінансування, так би мовити, на ці заходи. Адже депутатським корпусом буде розглядатися кожен пункт програми. І от що б мене там могло зацікавити? Ну, ви розумієте, якщо ви розглядаєте... Тому що поки що ми говоримо про якісь загальні... Опять же, нужно понимать, в каком форматі, в каком пріоритеті ви подаєте, да, що це таке своє мероприятие. Якщо це мероприятие связане з поиском талантливой и активной молодежи, да, то есть что это будет за мероприятие, что вы будете проводить, куда вы эти деньги будете тратить, да, то есть опять же, сколько будет принимать участие людей в этом мероприятии, какой конечный результат. Самое главное, что мероприятия проводятся, они должны носить общеобластной характер. То есть очень многие, скажем так, спотыкаются на том, что приносят очень вроде бы как интересную идею, но она вся останавливается в рамках города. То есть это немножко неправильно. Почему? Потому что все-таки департамент, скажем так, областной, да, и вся наша задача – это работать с молодежью области, именно области. То есть поэтому мы всегда нацеливаем участников вот этих конкурсов на то, что, ребята, смотрите внимательно, не привязывайтесь к городу, привязывайтесь к области. То есть мероприятие должно носить общий областной характер. И когда будет известно, что затверждена новая программа? Ну, я думаю, когда мы увидим график сессий областных, на первую же сессию мы вынесем эту программу, и я думаю, что она будет принята.
за основу и в целом, и потом она появится на сайте, естественно, и можно будет любому, кто и будет иметь такое желание, ознакомиться с любыми пунктами этой программы. И вступить в дію вона з 2017 року? Ні, вона вступить все-таки в дію з 2016 року. З 2016 року. Да. Тобто попередня програма продовжена, доки не буде прийнято це, да, так? Да, це совершенно правильно. Угу. Ну і я хотіла би з вами зупинитися ще на одному питанні. Ми з вами зустрічалися перед літніми канікулами, це було давно, але тоді я взяла собі на замітку, що тоді ми затронули таке питання, як оздоровлення дітей, особливо тих дітей, які потребують цього оздоровлення з допомогою з боку держави або області. І ми зупинились тоді з вами на питанні, що саме з весною, там, опікунам, батькам, дідусям, бабусям, дітей, які потребують особливої уваги, соціально незахищених так, дітей, їм треба подумати про те, як оздоровити свою дитину влітку. І зараз тільки щойно минув Новий рік, але хотілося б на цьому наголосити, щоб ніхто не забув. Отже, якщо я хочу, щоб моя підопічна дитина або моя дитина, і я не маю сама можливості, потрапила, наприклад, або в табір, або в санаторій, санаторій там по здоров'ю, але в дитячий табір, так би мовити, так? Що для цього треба робити і хто з глядачів має право подавати такі заявки? Смотрите, естественно, работа уже началась в этом направлении. Почему? Потому что, будем говорить открыто, лето наше не за горами. Поэтому, в любом случае, если уже сегодня, да, там опекун или там просто родители хотят, имеют желание оздоровить ребенка своего, да, соответствующего статуса, об этом чуть попозже скажу, вот, то в первую очередь, конечно же, им нужно обращаться в отделы молоди, именно в том районе или области, где непосредственно зарегистрирована эта семья проживает. Угу. Вот, если там... В районный, в район, так. Да, если там по каким-то причинам уже что-то, то есть происходит и так, то здесь уже мы разбираемся, что, как и почему. Естественно, есть люди, которые приходят к нам и напрямую, на общий прием никто никогда им не отказывает, если предоставлен весь пакет документов необходимый, да, то есть, и если есть такая возможность с нашей стороны, то оснований для отказа нет. Что касается детей, именно первоочередников. Что это за дети? Да. В июле месяце были внесены очень такие глобальные изменения в закон Украины об оздоровлении и отдыхе. Да, они были внесены в статью 1 и статью 24 закона. Что именно? Да, кардинальные изменения. То есть наряду с детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, детьми из малообеспеченных многодетных семей, которые в соответствии с законом получают помощь от государства, наряду с детьми-инвалидами добавилась еще одна такая глобальная категория, которую можно разбить на четыре категории. Первая – это дети-переселенцы школьного возраста. Опять же, да, мы говорим о школьном возрасте детей. Дети-переселенцы, дети участников АТО, дети наших погибших героев в АТО, и дети, родители которых погибли во время акции общественного протеста. То есть такая большая-большая глобальная категория, которая, в принципе, легла на плечи бюджета. То есть это, я скажу так, архи такая тяжелая нагрузка. Почему? Потому что этих детей действительно очень много. Очень много. Ну, в любом случае, и много их, и будет их становиться меньше, или будет их становиться больше, они имеют свое законное право на оздоровление и отдых. Отже, ми оголосили, що вони мають законне право, почули, хто має законне право, тому що, може, деякі і не знають, що вони мають таке право, так? І скажуть потім, що нам і не пропонували. Але ніхто ж не прийде, не запропонує. Ви оголосили про те, що треба подати заявою пакет документів. Що це за документи мають бути? Документ – це той перечень документів, який прописаний, опять же, в нашому розпорядженні губернатора о порядку направления детей на оздоровление и отдых. То есть, если мы говорим, мы сейчас не говорим о молодой гвардии, там существует свой порядок, мы говорим о, скажем так, наших лагерях, да, если речь идет
давайте возьмем, условно говоря, о ребенке-сироте. Да? То есть это, что такое пакет документов? Естественно, заявление от законного представителя. Это копия свидетельства о рождении, это копия документа, который подтверждает статус ребенка. И, естественно, медицинская справка, основной документ, без которого ребенок просто в лагерь не зайдет. Почему? Потому что, вы же сами понимаете. Будь-яка дитина, да, ее не допустить просто. Да, ее не допустят. Почему? Потому что есть норма, есть соответствующие правила. Вот, и нельзя подвергать большое количество детей каким-то рискам, да, которые могут иметь место в той или иной степени. То есть вот поэтому как бы каждый, так, скажем так, ребенок, да, который относится к тому или иному статусу, да, если это ребенок из многодетной семьи, то... В принципе, изменяется только один документ, это подтверждение статуса. Да, так? Совершенно правильно. Так, основные документы, это заява, це копія свідоцтва про рождення, медицинська справка, да, медична довідка і будь-які документи, які підтверджують той статус, про який ми говорили. Так, да, все. Угу. От якби, то есть, нічого, собственно говоря... Якщо людина подала документ, цю заяву з документами, наскільки вона може розраховувати на те, що буде позитивна відповідь? Вона, в принципі, на 99,9% може рассчитывать на те, що буде положительний ответ на цю заяву. Опять же, я же говорю, что существуют некоторые, да, как бы моменты, при которых, может быть, приходится отказывать ребенка. Это какие-то просроченные документы или это еще что-то. Но в целом мы стараемся таких, нестандартных ситуаций не допускать. Почему? Потому что я же, опять же, говорю, что не только департамент образования занимается оздоровлением, да, есть городское управление молодежи, которая также занимается оздоровлениями, которая, собственно говоря, именно что касается городских детей, да, как бы, оно по большей мере должно заниматься детьми, которые проживают в городе. Наша задача это более глобальная, это оздоравливать детей от Арбузинского района до Снегиревского района. Опять же, задача районов также не допомогти в цьому. Не то, что допомагать, а активно работать в этом направлении. Почему? Потому что на плечах области мы просто не в состоянии все это сделать. Угу. Это нужны колоссальные деньги, хотя я живу и просим всегда, и в принципе по большей степени нам помогают и предприятия, и организации, то есть берут где-то на себя, но опять же закрыть всю, вот, скажем так, да, вот полностью вот ту потребность, но очень, очень тяжело. Особенно вот, вот в данной ситуации, когда расширены вот критерии, расширены перечни вот этих вот деток, которые имеют право на оздоровление. Где будут оздоровляться эти дети? Где будут они оздоравливаться, мы узнаем, когда будет проведена естественная процедура. Ну, давайте так, в минулому році, да, де оздоравлювалися діти, які подавали, опікуни або батьки, які подавали до вас заяву? В прошлому году ми оздоравлювали діток в нашому українському центрі «Молодая гвардія» в Одесі, який знаходиться. Оздоравлювали діток в наших лагерях, які знаходяться в Рибаковській зоні відпочинку. Вот. Очень много діток у нас було із других областей України. У нас активно отдыхала Одесская область, несмотря на то, что она имеет и свои, скажем так, зоны, и детские лагеря, зоны отдыха, я имею в виду. Вот. У нас очень много деток отдыхало с Кировограда, с Чернигова, с Винницы, с Полтавы, с Ивано-Франковска, Львова. То есть порядка, если я не ошибаюсь, до 5000 детей из других областей Украины. Вот на наших, да, на мощностях, на той, скажем так, мереже, да, наших детских оздоровительных лагерей, вот мы смогли удовлетворить вот необходимость. Я думаю, что почувши нас, багато хто з глядачів знає, що своє найрідніше. І, в обов'язковому порядку. І не треба обов'язково там намагатися поїхати десь і кудись, відправити дитину. А дійсно, на території області можна дійсно оздоровитися. Дякую вам за надану інформацію. Сподіваюся, що все, що ви задумали, здійсниться, і програми будуть затверджені, і фінансування в повному обсязі. І що головне, що ваші підопічні зможуть оздоровитися, як і завжди, літом на теплому березі, щоб все було добре. Спасибо.
Дякую вам. З нами сьогодні в нас в гостях сьогодні був Смоквіна Микола Миколайович, головний спеціаліст відділу молоді та інтернатних закладів управління по роботі з молоддю Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Я дякую вам за те, що були з нами. Сподіваюся, що наша інформація була для вас корисна, незважаючи на те, що в нас ще є ялинка в студії, хай буде тепло в серці і з надією на тепло літнє. З вами була Марина Шкрупська. До побачення.